Bet Ukraine. Преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак. Ютуб-платформа 24 каналу. Сьогодні неділя, 26 листопада. І традиційне зведення з нашим військовим експертом, полковником Збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Після масованої, наймасованішої атаки безпілотниками, 75 вони запустили безпілотників росіяни, цієї ночі на 26 листопада окупанти використали значно меншу кількість. 8 було збито. Пане Романе, як можна пояснити оце от використання масовості, а потім така от точковість? Ну, масове, это мы уже, наверное, несколько месяцев это говорим. Когда они будут создавать массовые атаки, понимая, что коэффициент пресыщения наш, они уже не могут превысить, просто не могут. Чем больше они будут в волне отправлять летательных аппаратов, тем больше мы будем их сбивать даже процентом отношения. Почему? Потому что когда идет волна, вся система ПВО включается, и, естественно, максимально идет уничтожение летательных аппаратов. Потому они могут создавать волны только под какие-то информационные потоки. Вот вчера это был на наш день, когда мы убитых в свое время в Голодомор чествовали, вспоминали. То есть это такой для нас тяжелый день. И россияне усугубили, то есть пытались усугубить 75, волна, то это вот такой информационный, так информационно-политический может быть поток, не более того. А реально они обратно возвращаются к такой стандартной практике. С точки зрения военной логики это правильно. То есть в районе двух десятков беспилотников, ну один-два десятка беспилотников, каждую, допустим, каждую в сутки, по разведанным маршрутам, но это оптимальный вариант. Тогда в процентном отношении есть большая вероятность пройти и нанести какое-то поражение. То есть дальше, скорее всего, опять будет ровный такой поток в районе до двух десятков каждую ночь или там через день, каждый день. А волны будут только тогда с привязкой к каким-нибудь политическим моментам. Либо Путин там захочет объявить, что он идет в президенты, либо под Новый год. Ну, то есть привязка такая. У россиян, они поехавшие на этих датах, на скрепах этих, проблема большая с психикой. Пане Романе, ну от цієї ночі їх не було, але попередньо є вже фотофакти. Зараз продемонструємо. Росіяни таки використовують чорні шахеди. Що каже речник повітряних сил України Юрій Ігнат? Що вони покриті карбоном, вони поглинають або відбивають радіолокаційні сигнали, ну і візуально їх важко побачити. Ну, радиосигнал он не отбивает, по крайней мере. Ну, вернее, если бы он отбивал, так это было бы хорошо. Как раз именно на отраженном сигнале и работает любой радиолокационная система. Карбон чуть поглощает сигнал, но не, то есть это не глобально. Потому это не было задачей. Задача, скорее всего, сделать их более-менее невидимыми, опять же, что значит невидимыми, не отражать свет. То есть они такие матовые, и с ночью, когда они идут, свет прожекторов чуть, опять же, чуть хуже их видно. По-другому просто смотрятся они. Потому как после одного-двух сбитых этих беспилотников наши группы уже будут их ловить примерно так же, как и не покрашенные. Потому ничего страшного нет. Також ми використовували немалу кількість безпілотників для атаки критичної інфраструктури ворога на його території, що пише мер Москви Собянін. Давайте я процитую. Сьогодні ночью прийнята попытка масової атаки безпілотників. На даний момент з силами ПВО збіти БПЛА в районі Нарафамінська і Одинцовському городському округі, літівши на Москву. Також ПВО удалось перехватити і уничтожити кілька БПЛА в Брянській, Тульській і Калужській областях. Пострадавших і серйозно розрушені підварительно нет. На містах падіння обломків безпілотників працюють представителі екстрених служб. Ну, це каже мер Москви, а у нас є кадри з Тули. І ми бачимо по цих кадрах, пане Романе, що є хороше, потужне влучання. Хочу лише сказати нашим глядачам, що це напрямок з боку України в бік Москви. От бачимо також приліт по Тулі.
Опять же, и с нашей стороны та же самая, тот же самый вопрос. Оптимальный вариант использовать, допустим, ежедневно, еженочно, лучше ночью, под утро, в туман, может быть, использовать беспилотники в районе 10-20, то есть до двух десятков беспилотников по одному направлению. Это может быть направлений много, но по одному направлению где-то 10-20 беспилотников. Вот, скорее всего, было принято решение выполнить такую задачу. Главное, чтобы это было постоянно. То есть постоянно 10-20 беспилотников каждую ночь по выявленным маршрутам, по целям заявленным. Надо однозначно работать. Вопрос, есть ли они у нас? Это очень большой вопрос. То есть, ну, это вопрос уже Укроборонпрому и к Министерству обороны. Они же хвастаются уже. Мы десятый год воюем с 14-го, и оказывается уже почти второй год широкомасштабного вторжения. Вот, видать, не знали наши руководители, и вот сейчас решили, а давайте мы, наверное, хоть что-то да сделаем. Вопрос, сколько они сделали. То есть это будет понятно в ближайшее время. Если это каждый день будет по 10-20 беспилотников, это нормальный уже выход. А если это опять будет раз в полгода, ну тогда, ребята, вы не на своем месте находитесь, это уж точно. Если на второй год, второй год заканчивается широкомасштабного, десятый год вторжения в Украину россиян, и у нас еще беспилотников нет, по 10 сутки, ну это уже смешно даже, уже не смешно, я уже не знаю, как к этому относиться. 10 беспилотников в сутки собрать, это ну уже школьники могли бы на уроках труда по всей Украине, если бы им поставили задачу, забрали бы у трудовиков очередную бутылку и поставили задачу хотя бы раз в неделю сделать 10 беспилотников, у нас бы каждый день бы накрывали все и вся. Потому это уже пусть сами там девочек меняют, кровати в этом борделе меняют во властном. Но в конце концов, вот такие моменты, как сегодня, вот такие атаки должны быть ежедневно. Вопрос в массовую атаку можно создавать, допустим, под сотню беспилотников. Это для того, чтобы перебрать через коэффициент пресечения уже самой российской системы ПВО. Это оптимальный вариант. Рублевка, это по баням, это Москва, Москва-Сити. Вот две точки, куда можно отправлять, допустим, по сотне, больше сотни беспилотников. Это на Рублевку и на Москва-Сити. Это два центра принятия решений. В центре Москвы и рядом. В банях в Рублевке и в высотках Москва-Сити. Именно там располагаются основные в те центры, на которых собрана практически вся эта и принятие решений, и управление войсками в том числе. Потому это легальные военные объекты, их однозначно надо уничтожать. Но туда надо больше сотни беспилотников, потому что десяток, два десятка не пройдут. Все-таки Москва уже у них где-то 50-60 коэффициент пресечения точно есть, исходя из того, того количества зенитно-ракетных комплексов, которые они вокруг Москвы понатыкали. Потому вот сотня, как минимум штук 40 пройдет и отминусует то, что нам надо будет. Ну, поки ми намагаємося долетіти до Москви, ми точно долітаємо до Донецька і до Маріуполя. Зараз згадаємо, пане Роман, але в першу чергу хотів би згадати нашу розмову про Джанкой. Ми буквально з вами згадували в попередніх зведеннях про приліт в Джанкой, і таки підтвердилась інформація. Наші партизани з руху АТЕШ кажуть наступне, що в районі Джанкої було влучено в дислокацію ворога, їхніх ПВО, радіолокаційних систем, ну і також центр підготовки мобілізованих. Що каже центр руха теж, що цілу ніч їхні машини, їхні фургони вивозили 200-х в районі Джанкоя. Джанкой – большой военный хаб, мы уже показывали. Туда заходит железка, ветка железки с Керчи и расходится в три части на Севастополь, на Армянский, на Мелитополь. И, естественно, в районе Джанкоя расположение есть до десятка воинских частей, до десятка. Причем они стационарны, они не передвигаются. То есть это как раз раздолье для работы атакамсов.
именно кассетных атакамсов М-39 или М-39А1, М-39 туда тоже достает. По большому счету там дальность до 165 километров. То есть как раз Джанкой, он под ударами может находиться, постоянно под ударами ракет наших. Главное, чтобы только они были, потому что эти ракеты, мы-то их запускаем, но производят их это американские фирмы, это те же атакамсы. То есть достаточное количество их должно быть. А для того, чтобы накрывать, ну, хотя бы по одной части в сутки или там в ночь, надо как минимум 3 ракеты. Это 3 ракеты по каждой части. Это как минимум 30 ракет только на Джанкой надо будет потратить для того, чтобы его на какое-то время вывести из строя. Но такого количества мы пока еще не получаем. Ну, власне, про Донецьк. Пане Романе, в першу чергу кажуть пабліки, що в Маріуполі повністю знеструблене місто, підтверджень наразі немає, але є підтвердження по Донецьку. В першу чергу керівник так званого їхнього формування квазі ДНР Пушилін скаржиться, що частина окупованих територій знеструблена, ледь не 2/3 Донецька, без світла, якщо не весь. От бачимо кадри, як зникає світло. І що він повідомляє? Що в ніч на 26 листопада була атака на Старобещенську ТЕЦ у кількох містах на тимчасово окупованих територіях, зникла електроенергія. І він жаліється, що їхньої кількості ППО не вистачає знищувати атаки, тому що, каже, атака була настільки масованою, що всього збити вони не змогли. Вот у меня, я донецкий, 10-й год, у меня есть один вопрос к генштабу. А никаких вопросов нет. Все прекрасно понимаю, все эти движения или те определенные невозможности в движении. Сам в свое время принял решение уходить из армии после получения приказа о невозможности работать по оккупированной территории. Это было в 19-20 году, именно тогда. И много тогда офицеров, особенно донецких, уходило из армии, когда прошел такой приказ. Запрет на боевые действия на оккупированной территории. Практически сдавали эти территории, понятно. Эта тема понятна. Но вопрос у меня к генштабу один, единственный. А в прошлом году, вот сегодня ночью ударили по Старобешевской ТЭС. На Донбасс питают всего две электростанции. Старобешевская теплоэлектростанция и Зуевская ГРЭС в районе Зугрэс. И туда достает артиллерия, начиная от РСЗО и Смерчи, и Ураганы, не говоря уже о Ольхе, а до Старобешевской ТЭС, там 30 километров, туда даже артиллерия ствольная достанет. Вопрос к генштабу у меня один. Вот сегодня ударили по Старобешевской ТЭС, вырубили свет на половине Донбасса. Это военный объект, легальный военный объект, потому что на сетях, энергосетях этого объекта висят практически все военные части, воинские части, все военные объекты на Донбассе, оккупационных войск российских. У меня вопрос к генштабу. А в прошлом году, когда Украина вся сидела без света, нельзя было отработать по Старобешевской ТЭС и по Зугресу, по Зуевской ГРЭС? Что вам мешало, вам, генералам, полковникам, генералам, принять решение отработать по вот этим станциям? 10-й год войны, 2-й год уже такой широкомасштабной войны. Мы уже не один блэкаут пережили, а эти теплоэлектростанции стояли, как новогодние елки светились, и все военные объекты на Донбассе работали и убивали наших военнослужащих. Прекрасно это все понимают. Так вот, вопрос, вот это мне один единственный у полковника вопрос к генералитету. А раньше нельзя этого было сделать? То есть, что произошло сегодня такого, что вы, наконец, приняли решение отработать по одной теплоэлектростанции? Еще одна есть, Зуевская, это в Зугресе, там чуть глубже, там километров 40. Туда тоже достать можно. Два снаряда по двум ТЭС электроэнергии ни у одного военного объекта на Донбассе бы не было. 10 лет. Который из олигархов, а там один олигарх, это Ринат Ахметов, конкретный донецкий этот рыжий пан, который еще с 2014 года
решал все вопросы, чтобы сдать Донбасс. Пушилин – это его человек, конкретно его. Начинал в 2014 году раскачивать лодку под Рената для того, чтобы у Яценюка и у Турчинова там свои 3 копейки вымутить. Домутили, вот уже 10-й год воюем. И дальше вот эти вопросы, которые Ахметов конкретно решает до сих пор. Ясиноватский Коксахим, не Ясиноватский, а Авдеевский Коксахим, находясь в 4 километрах от линии фронта, 8 лет работал. Этот цикл, самый, наверное, один из страшных циклов при производстве в горно-металлургической отрасли, это коксовые батареи. 4 километра от линии фронта и работал, ни один снаряд не прилетел. Интересно, как это было сделано. ТЭС, Тарабешевская и Зуевская ТЭС, это теплоэлектростанции, принадлежащие Ренату Ахметову. 10 лет туда ни один снаряд не прилетал. Вот только сейчас. То есть как решал Ренат Ахметов вопросы, с кем из генералитета или с кем из руководителей Украины решал Ренат Ахметов, чтобы туда не летели снаряды. То есть что произошло, что происходило эти 10 лет и что произошло сегодня ночью. То есть что очередной чемодан не занес Ахметов и полетели снаряды наконец-то на теплоэлектростанции в Донецке. То есть вопросы эти есть, и я по возможности, конечно, когда у меня такая возможность возникнет, я генералам нашим этот вопрос задам. Я думаю, они мне ответят, что происходило все эти 10 лет. Я как донецкий имею право это задавать. Ви згадали про Авдіївський коксохімічний. Навколо Авдіївки ситуація непроста, пане Романе. Просунулися в лоб трішки окупанти в районі Ясиноватої залізничної станції Ясиновата-2. І кажуть наші бійці, що це є загроза, особливо для Півдня, для Опитного, для наших флангів і для Водяного. От в цьому напрямку. Є продвіження, реальне є продвіження росіян і на промки з Ясиноватської розвілки, вони серую зону в районе промки уже пытаются контролировать. И с юга, с Опытного, они сейчас, это не так наступательные действия именно на Авдеевку как таковую. Это они пытаются создать лучшие оборонительные позиции для Ясиноватского, для направления на Ясиноватую, это Ясиноватский блокпост, и направление на Донецк. Потому что наш гарнизон, если будет усилен в Авдеевке, мы неоднократно с вами говорили, основные направление, куда можно будет идти, двигаться, это на Ясиноватскую развилку, дальше в Ясиноватую Макеевку и на юг, в сторону ДАПа, это на Опытное, на Веселое и дальше на Донецк через ДАП. То есть они вот бросают большие усилия для того, чтобы эти направления как-то свои обезопасить. Но это не наступление на Авдеевку как таковую. То есть с этой стороны для Авдеевского гарнизона проблем, в принципе, больших нет. Основные проблемы для Авдеевки – это движение с севера, со стороны Красногоровки. То есть Красногоровка – вот это вот одно такое опасное направление, где пытаются россияне развить успех. Почему опасное? Они будут пытаться обойти Авдеевку с севера на Бердичи и на Степовое. То есть, вот, да, это направление и направление на Бердичи. Вот здесь отсечная линия, железная дорога, она, мы ее удерживаем пока в режиме такого рубежа отсечения российских войск. Они переходят через нее, они уничтожаются, там такой серьезный механизм запущен. Ну, а с юга и с юго-востока только будут пытаться, это понимание, это есть. Эти направления тоже под контролем артиллерии. Единственное, самые удаленные получаются точки. Оптимальный вариант там работать минометами. Но то, что я говорил, туда надо достаточное количество 82-й мины. Ее только недостаток этой мины дает возможность россиянам просачиваться на промзону и просачиваться с Опытного. То есть, если нас услышат специалисты по этой мине, надо перенаправить туда именно 82-ю, под 82-й миномет. Пане Романе, лівий берег, яка ситуація наступним чином тут зараз є? Суть в чому, що це самі кажуть окупанти в районі Нової Каховки і Каховки, якщо подивитися вглиб, є населений пункт Коробки.
Чому він важливий? Росіяни кажуть, самі зетпабліки дуже тримаються за цей населений пункт, тому що це прямий чи опосередкований вихід на ключову трасу. І от кажуть наступне, що Збройні сили України цілком можуть перерізати постачання з Криму до Мелітополя. І так виходить, що ми з двох напрямків намагатимемось контролювати логістику росіян в Крим. Ну, они опять же, вот так же само, как и в районе Сіноватої, то есть они усиливают те направления, по которым возможен удар, и для них практически, ну, большие проблемы, им придется там слаживать фронты, фронты. Потому и движение с Авдіївки на Сіноватський блокпост они оккупируют, и движение в Донецк через опытные оккупируют. И здесь та же самая картина, понимая, то, что если будет поставлена задача, мы можем перерезать сообщение с Крымом, причем по сухопутному коридору. Это же дело не в Мелитополе, это не проблема для Мелитополя, а это проблема для Крыма. Потому что основное, если будет уничтожен Керченский мост, а он точно будет уничтожен, здесь у меня уже нет сомнений, как минимум две спецслужбы заявили о том, что они его уничтожат, и Главное управление разведки, и служба безопасности уже подтвердила об уничтожении Керченского моста, потому и он доживает последние дни или, может быть, недели, месяцы, но однозначно будет уничтожен. А значит, Крым может снабжаться только через Мелитополь, с Ростова на Бердянск, на Мелитополь и в Крым. И вот пересечение вот этой артерии практически поставит крест на снабжении Крыма вообще. Это может быть одним из задач наших, и россияне прекрасно это понимают, потому выставляют так называемые кордоны. Изначально стартово они уже начинают эти все направления пытаться усилить своими войсками. Мы это видим, но то, что вы сейчас об этом и говорите. Пане Роман, також є важливе повідомлення від Володимира Зеленського, що він каже, що Україна домовилась про отримання військових кораблів для забезпечення безпеки руху зерновим коридором в Чорному морі. Які це кораблі можуть бути? Про що взагалі мова? Ну, скоріше всього, як мінімум, це мінні тральщики. Дуже важливо. Діло в тому, що є вже кілька випадків, коли суда подрывались на минах, и однозначно надо мины убирать перед и сопровождать суда или чистить постоянно на направление. То есть минные тральщики – это в первую очередь. И второе – это сторожевики, так называемые, сторожевые катера, которые могут также, во-первых, отслеживать мины, во-вторых, и уничтожать их в движении, и, во-вторых, обеспечивать безопасность безопасность морского трафика с помощью средств поражения от беспилотников, причем и надводных, и подводных, и воздушных в том числе. То есть это такой комплексный подход, и, скорее всего, наши партнеры нам передадут эти корабли, о которых просили, катера. Скорее всего, это будут все-таки катера, они нужнее. В этом смысле нужна скорость, то есть скорость движения, а катер в этом смысле намного лучше любого корабля тяжелого. Пане Романе, також повідомлення від Зеленського. Він доручив Залужному і Умєрову, міністру оборони, зайнятися мобілізацією. Зараз в Верховній Раді є законопроект, який хочуть прийняти до кінця цього року. В чому його суть? Збільшити участь представників обласних військових адміністрацій та Національної поліції у процесі мобілізації, надання уповноваженим особам ТЦК можливості перевіряти у військовозобов'язаних чоловіків документи, що посвідчують особу. Ну і в тому числі це от друга, третя освіта після 30 років. І загалом питання мобілізації і демобілізації розглянути. Ну, то вони не читали Конституцію України. Там є основополагаючі положення о свободі лічності, тому все эти законы, в конце концов, чтобы они не принимали, которые направлены в разрез с Конституцией Украины, они будут разбиваться в любом суде, потому это такое движение в никуда называют. А реально что надо делать? После того, как было неправильно, неграмотно, я бы сказал, ну, тут надо определять по недомыслию, скудоумию или злому умыслу, было принято решение об снятии с должностей областных военкомов,
а это была диверсия в чистом виде, сразу остановилась, потому что на областном военкоме, ну, там он по-другому называется, начальник там ТЦК, это не буду говорить, военком. Областные военкомы, они руководили мобилизацией, никаких проблем не было, самое интересное, по заявкам. И выполняли задачу областные военкоматы, и под управлением областных военкомов работали все районные, городские, ну и так далее, тому подобное военкоматы. После того, как их сняли, ну, была такая волна, вопрос, откуда она взялась, кто ее принес, кто ее раскачал. Это вопрос будет уже следователи задавать, когда будут эту тему решать, тем более после, скорее всего, будет все-таки создана в том числе и военная юстиция, и уже военные прокуроры эту тему подымут, потому что это был нанесен серьезный урон по обороноспособности нашей страны, снятие областных военкомов. А дальше, оно, естественно, это действие привело к острому недостатку личного состава в войсках. И теперь пытаются вот это свое действие власти, пытаются как-то чем-то залепить, причем предложениями, противоречащими Конституции Украины. То есть наступать на права и свободы граждан. Этого не получится, делать надо чуть другое. Сейчас нужно принять решение о назначении или хотя бы исполняющими обязанности, либо сразу назначении первых замов областных военкомов. Областной военкомат, областной военком и остальные городские районы, сам военком работает и выполняет боевые задачи по созданию определенного резерва для армии вместе со своим замом. Первый зам знает все и вся, практически готовый военком. Причем они заменяются, когда военком уходит там в отпуск или на болезнь, то первый зам выполняет его задачи. И в принципе, если сейчас поставить или назначить первых замов уволенных областных военкомов исполнять обязанности областного военкома и также само всех остальных, это выровняет ситуацию. Вот это единственное всего. Так и не надо ничего придумывать, не надо никуда протаскивать. Просто одним указом примите это решение и назначьте всех первых замов выполнять обязанности. И выровняется ситуация. Это раз. Второе, снимать надо, принимать решение о снятии спецучета брони с правоохранителей и с приравненных к ним структур, причем очень много структур сейчас под бронью и под спецучетом, так называемым. Особенно охранные фирмы, это туда приняты люди, которые профпригодны, мотивированы, то есть могут обращаться с оружием, но фирма, допустим, охранная фирма находится под бронью, вся фирма, потому что они охраняют один съезд какого-нибудь стратегического моста. А это все проводится через Министерство внутренних дел, через главк и, естественно, целый спектр людей, которые могут выполнять боевые задачи, сейчас исключен из работы тех же военкомов. То есть дайте им возможность 30%, 30% не всех правоохранителей, 30%, треть правоохранителей могут выполнять боевые задачи на линии фронта. Их призвать и запустить режим ротации где-то через полгода. За полтора года у нас все правоохранители пройдут школу уже вооруженных сил Украины, получат участников боевых действий, станут участниками боевых действий. Произойдет определенная зачистка изнутри этого контингента, по крайней мере, и вернут себе доверие народа. Правоохранители, потому что оно опустилось ниже плинтуса уже сейчас, особенно после работы вот таких мамонов, которые наводят ракеты, это бывшие полицейские украинские, которые наводят ракеты по грозе, допустим, и мы теряем десятки, в районе 60 жизней только одни мамоны унесли наведением ракеты. То есть вот так надо правильно, грамотно делать. Ну и запускать вот это тоже можно здесь похвалить. Умницы, те, кто продавили тему все-таки о привлечении рекрутинговых компаний для выполнения задач мобилизационных. Рекрутинговые компании, они знают, как себя вести, надо отдать определенные механизмы финансовые,
И этот же рекрутинг этим же самым рекрутинговым центром дать возможность уже в самих бригадах принимать в строй и запускать весь механизм приемки, подготовки и обеспечения военнослужащих бывших. То есть по этим двум путям надо идти. А все остальное – это просто нарушение Конституции. Я не знаю, как они потом будут выруливать из этой ситуации. Попытаются протянуть это все через Верховную Раду, то есть нарушение Конституции протянуть через Верховную Раду, прикрываясь, допустим, тем, что коллективный орган не подсуден. Подсуден и коллективный орган подсуден, особенно во время боевых действий и при введении военного положения. То есть почитайте Конституцию. Мало кто читает Уголовный кодекс и Конституцию Украины. Вы можете сначала почитать Конституцию, а потом Уголовный кодекс, и поймете, сколько нарисуют вам потом, это уже после победы, после смены власти, потом вам всем нарисуют следователи, причем в основном будут военные. Военные прокуроры повыдергивают всех и вся, всех нарушителей Конституции. Пане Романе, і на завершення в нас є кадри, що, ну, говоримо про те, що є насправді. В Росії запустили промислове виробництво, це почалося ще до війни, безпілотні гелікоптери. Вони називаються «Терміт». Скажу вам про їхні характеристики. Дрон може мати швидкість 150 кілометрів на годину, може пробувати в повітрі 6 годин і також може нести на собі бойовий серйозний заряд. Наскільки це може бути серйозною зброєю на фронті, пане Роман? Шахет в 10 разів менше. Скорость у нього 150 км в час і висить 6 часов. По большому счету, это такой хорошо светящийся на всіх локаторах зенітно-ракетних комплексів цель. То есть любой вертолет, это лучше цели для воздушной цели нет, как вертолет. Ну вот просто не существует. Тихоход очень большой и очень большая метка цели. Промахнуться практически невозможно. Причем взрыв, допустим, рядом любого боезапаса выводит из строя лопасти. Ометаемая поверхность сразу уменьшается, естественно, лопастями, и вертолет падает. Удержать его очень сложно, практически невозможно. Причем, тем более автомату, ну, то есть в режиме автоматическом, если там один винт, допустим, и очень сложно. Шагаз, я сам на вертолетах полтора года пролетал после истребителей, удержать вертолет в воздухе очень сложно. Самолет сам летит, а вертолет падает. Летчик вертолета, то есть вертолетчик, он удерживает двумя рычагами, рычаг шагаза, который через помель передает определенный угол лопастям, еще и усиливает скорость вращения роторов, и рычаг управления вертолетом, руф, так называемый, очень сложно его удерживать, а тем более выполнять какие-то управляемые полеты. Потому любой удар рядом выведет вертушку из строя, они будут падать как перещелкаем. Эти как раз можно перещелкать как семечки. Потому ничего страшного они точно не принесут. Хуже, чем шахеды, они точно не будут. Пане Романе, дякую вам за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, 26 листопада, неділя. Обов'язково коментуємо, підписуємось, ставимо лайки, аби традиційно наше відео потрапляло в рекомендації, аби в першу чергу українці знали, що ж відбувається на фронті у війні проти окупантів. Мене ж звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.